Подъемная плата, бизнес-класс и лошадь в фургоне. Вы хотите работать или нет? Я не понимаю. Нет, мам, он только что приехал. Давай он останется на ночь. Он сказал, драки толком не было. Я не знал. Нет, он об этом не говорил. Ладно, да, я понял. Но сейчас все нормально. Пока. Так ты задирал других ребят? В директора вызывали. Я бы не стал утрировать. Так теперь ты один из них. Из тех, кто швыряли мой портфель, потому что я танцор? Ты не знаешь, в чем там дело. Тебя полгода дома нет, а я не знаю почему. А ну встань-ка. Папа не стал платить за учебу. Он думал, я вернусь домой оборванный и жалкий. Но я нашел работу и не вернулся. Твоя очередь говорить. Давай. С работы или нет, ты все равно балеринка. Это не здорово. Ну, я работаю над этим. Повторяй за мной. Ничего себе. Ладно, а теперь пойдем. Это не по мне. Нет, мы не можем уйти. Я не в силах перестать смотреть на это. Ты любишь девочек в юбочках и сияющими зубками? Да, очень. Вы на прослушивании в группу поддержки? Итак, нам нужна гибкость, умение танцевать, харизма, личностность, то есть личность. И я хочу видеть улыбки на ваших лицах. Давайте репетировать. Готовим булочки. Виктори, налево. Пальцы вверх. Виктори, направо. И сначала готовим булочки. Мах ногой. Твой друг быстро схватывает. Он такой. Виктори! Танцуйте, даже если ваша команда в проигрыше. С нашими такое часто. Но я этого не говорила. Ладно. Девушки, которых я назову, забирают форму для завтрашних репетиций. Эшли Тамара, Пичс Дилайт, Катрин Кармаков, живем вместе 5 минут, а я уже играю в папочку. Из школы звонили. Я была на экскурсии. Образовательный. Она теперь мастер помпонов. Это больше не повторится. Было важное прослушивание. Куда? Группу поддержки. Это сложнее, чем ты думаешь. Смотри. Я думал, ты хочешь в нормальную школу. Хотела, хочу, просто... Может, это мое призвание? Помпоны? Ты сноб. Ну, вообще-то да. Ты ушла из академии. Меня выгнали из академии. Будешь стараться ради спорта, который даже не любишь? Сублимация какая-то. Я сказал в школе, что у нас важные семейные дела. Не обижайся на меня. Отлично. Я думала, мы будем фильм смотреть. Позвони, скажи, что заболел. Тогда мне нечего будет есть. Это не помешает смотреть кино. Ладно, просто здесь посижу. Похоже, ты совсем не хочешь возвращаться домой. Я не могу тебя оставить здесь. Еще побьешь какую-нибудь бедную, беззащитную... Эбигейл.
Я еще не говорил, как прекрасны были сегодня твои фуэте. Тебе надо научиться краситься для работы. Тональный крем на пару тонов темнее твоей кожи. Это здорово стройнит. Не то чтобы ты сейчас не стройная, но... Спасибо, Бен. Всегда готов помочь, если надо. Щедро, но спасибо нет. Он сказал стройнит? Ты ведь, наверное, не геймер. Не в курсе, что это значит. Но я люблю игры с правилами, подвохами и несомненным победителем. Добро пожаловать в мир геймеров. Кто бы мог подумать, что крушить все вокруг огромными кулаками так умиротворяюще. Лучше балета. Без обид. В балете столько боли, насилия и жертв, что тебе и не снилось, малыш. И зачем он тебе? Без него я не я. Как и твой брат. Да! Победа! Проблема в том, что у меня троечка. О чем угодно, только не об оценках. Я о размерах. Кристиану подходят более хрупкие, а я на два размера больше. В лучшем случае на полтора. И ты поэтому вся натерлась этим кремом? Как думаешь, может Кристиан найти другую, раз я не такая симпатичная? Тебе спрей, похоже, в мозг попал. Я готова на все, чтобы стать как ты или Грейс. Я такая неказистая. Как будто это не у тебя отличный парень, планы на будущее и талант. Ты об этом, что ли? Иногда бывают моменты, когда все и так хорошо, не надо стараться. Всегда есть над чем работать. Спасибо. Больше не стану. Ты каждый день столько работаешь. Если хочешь, давай смотреть кино. Вот отличник. Он занял мое место в команде. Ты ушел из хоккея? Теперь учу математику. Папа велел. Он все время пилит меня с тех пор, как ты уехал. Хоть один мой сын будет доктором. Не думал, что он станет давить на тебя. Я думал, станет лучше, если ты вернешься. Но ты ведь не вернешься, нет? Прости, приятель. У меня загар! Загар! Мулатка-шоколадка. Дорогая, что это ты сделала? Я же сказал два тона. Надеюсь, Кэт не такая сейчас. Ну что, удалось мне наконец тебя поразить? Да, чуть-чуть. Ладно, ребята, сегодня снова работаем с той поддержкой. Ради блага девочек, надеюсь, все размялись сегодня. Начали. Держи крепче. Застыли. Аккуратнее. Скажи, что я молодец. Сэмми, ты молодец. По всем статьям. Отлично, Сэмми, гораздо лучше.
Чем могу помочь? Я пришел забрать сына. Будь с ним раз и навсегда, это больше не повторится. Никакого веселья в семье Либерманов. Он с тебя взял пример. Да, и задирать всех я его научил. Пап, я знаю, что тебе не нравится мой выбор, но на него зачем злиться? Я не стану обсуждать это с тобой. Он ребенок, пусть играет в хоккей. Ты ведь не хочешь, чтобы история повторилась? Выглядишь усталым, нормально питаешься? Да. Это была прекрасная поддержка. Приходи на следующей неделе. Игры и пицца. Ладно. Катрина? Простите, я не знала, что вы здесь в субботу. Я просто подумала, можете вернуть это назад. Но репетиции через полчаса. Знаю, это не от Прада. Я просто не могу. Я не люблю регби. Думаешь, я люблю? Меня сюда Бен притащил. Ты своими ногами пришла. Что же заставило тебя прийти на отборочный? То же, что и на репетицию вчера. Думаю, я по ним скучаю. По танцам. Ноги без них не могут. Значит, ты танцовщица. Боишься, что недостаточно хороша? Да. Тогда не думай о будущем. Просто ходи на кастинги. Ведь каждый из них шанс потанцевать. Как балерина, как балетчица, неважно. Главное, что ты танцовщица. Когда я пришла в балет, то не знала, что у меня узкие лодыжки или кривая спина. Тебе указывают на такое количество недостатков, что ты потом только их и видишь. Кэт, ты следующая. Покажи все, на что способна. Но прежде всего, твою прекрасную улыбку. Спящей красавице был нужен лишь поцелуй. Но это сказка. Я все буду делать сама. Вернуться к истокам, вспомнить, ради чего я танцую. Больше не стану за них болеть. Я даже брата хотел на игру взять. Я больше не в группе поддержки, но на кастинге ходить продолжу, пока не найду, что мне подходит. Пройдемся. Ты в курсе, что ты красивая? Да, загар мне очень идет. Сделай его частью имиджа. Ну да, перестаралась. Все было отлично. А потом ты вдруг... Я не понимаю. По-моему, это уже непоправимо. Даже если все хорошо, я начинаю выискивать в себе недочеты, которые надо исправить. Ты не можешь просто расслабиться. Ну, сейчас все хорошо. Не считая пальцев ног. Их обычно не видно, но их тоже надо тренировать. А кроме них все, в принципе... Нет, ты этого не сделаешь! Нет! Люблю тебя. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году.